Пареньки. Всем привет, друзья! Меня зовут Бану и добро пожаловать на мой канал. А вы любите вареники с картошкой? Я, например, вареники в первый раз в своей жизни попробовала только тогда, когда поступила в университет и переехала жить в Алма-Ату, потому что в нашей семье вареники никогда не готовили. Недавно, листая Инстаграм, я наткнулась на рецепт вареников с картошкой и подумала, почему бы мне не приготовить вареники и не дать попробовать мужу, который их никогда не пробовал. Вообще в Корее не так много блюд из картошки, а я не представляю ни одного супа без картошки. Иногда я даже готовлю суп мьюкук, это суп из водорослей, с картошкой. Картошка в Корее дорогая, вот такой вот 1 килограмм картошки стоит 3000 вон. Для вареников я сегодня купила готовое тесто, картошку, и вместо сметаны я купила несладкий йогурт. Вот такой вот. Потому что... Майонеза начну полно. Хангуэсо, ирон маси чон пистан гот каттан го итсо? Майонеза чон маасинна. Хангуэ?비슷한 거 없는 것 같은데 그냥 감자 샐러드? 그거 있잖아 감자 같은 거 네 그거랑 비슷한 것 같아 레오 안 돼? 한 입 줄게 맛있다? 바람이 높이
아니 바레니 바바 바레니키 아 очень вкусно баренки. 아 맛있다. Давайте я тоже попробую. Очень вкусно. Начинка вообще супер получилась. Ну что, друзья, на этом я заканчиваю свое видео. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно ставьте лайк. Всем пока!